Всем няшки, пацаны. Первый Рим Total War. Баруты. Гребаный Египет. Да, и мы продолжаем играть в классику жанра, да? Так, ну, я вроде в прошлой серии все сделал, поэтому могу спокойно ход пропускать. У нас тут будет веселье, конечно, сегодня. О, да, вот этого я и ждал. Гена на гену, да. Естественно, сражусь. Блин, у них 87, черт вас побрал. А у нас нет никого, кроме этого генерала. Но он нам не нужен, даже если мы его потеряем, мы его специально туда послали, потому что, мы, ну вы помните, мы его выкупили. Хотя он, сука, хороший. Даже лучше, чем вот этот вот товарищ. Миньон. У меня какие-то плохие ассоциации постоянно с миньоном. Может, из-за того, что я такой испорченный, ну ладно. Ну что ж, битва разрешит наш спор. Ёптать. Мафак. О, господи, как же я долго расставлял сейчас свои войска. Как же я долго расставлял сейчас свои войска, вы даже не представляете. Так долго. Ох, ладно. Хоть приколоться. Отходим назад немножко, чтобы, когда мы начали чержевать, башенки там всякие нас не обстреливали, да? Ну, как по стандарту оно и бывает. Давайте побыстрее. Вот он, этот наш генерал. Совсем не похож, что он был раньше египетский. Так. Так, так. Генерала, генерала, сука, пропустите, солдафня гребаная. Генерала, блин, пропустите. Ладно. Что у нас врага? Мощно. Хорошо. Ладно. Мощь. Силы равны, пишут. Ладно. Так, тихо. Нападаем! Это самая глупая битва, конечно, но это будет весело. Вот их генерал. Вот это капец. Чарч. Наш генерал доблестно сражается. Просто так коротким своим мечом там что-то нарубливает. Вражеский генерал. Вот он. Убейте его, пожалуйста. Я хочу, чтобы этот генерал выжил. Даже несмотря на то, что он не наш, но он очень опытный. Но, с другой стороны, тоже будет пофигу, если он сдохнет. Как-то так. Это самая эпическая битва за город, которая только может быть. Все жители в городе, они попрятались в дома, и тут их генерал спокойно сражается. Они такие из окон наблюдают. Да, это самая эпичная битва на протяжении всей истории. Эта битва войдет в историю, блин. Так, ну наш пока генерал жив. Мы, кстати, по-моему, не так много потеряли. Ни хрена себе мы там нарубили. Да ладно, мы что, еще и победим, что ли, здесь? Так, вот вражеский. Должен, по идее, сдохнуть скоро. Потому что мы, по-моему, вообще никого не потеряли из наших солдатов. Да. Это все, что ли? Продолжить добивать. Иди сюда, мой родной. И вытесните с поля боя. Изи, просто изи, смотрите, ни одного, нет, все-таки потеряли, да, 2%, это, видимо, 2 человека. И вот эта ватага сейчас идет догонять и добивать. Охренеть, да? Я-то думал, он проиграет, а он в одиночку занял город, вот это настоящий герой. Даже, о, даже не тот наш вот этот Корнелий-убийца, да, который в прошлой серии. Ну что, заходите, заходите! И нас не пустили в гости. Я сейчас заплачу. Действительно хотите выйти, да. Одного человека мы потеряли. Капец просто. Да, мы просто одного человека потеряли. Все. Охренеть. Ну, сука, я за одного человека весь город сейчас сожгу просто. Сука, за одного человека всех, блин, мечу придам. Сосранцы, вы убили нашего одного моего солдата, сволочи. Уничтожить всех жителей, сука. Это римская земля. За одного человека я буду убивать всех и каждого. Обречен Сабина. А кто Сабина? Мы одну там свою, я помню, там, выдали замуж. А кто такая Сабина? Корнелия. 24 года, тебя уж пора выдавать. Где ты, Сабина? Сабрина. Маленькая ведьма. Кто-нибудь помнит еще такое? Пишите в комментариях. Сабина. Сабрина. 29 лет. Блин, ее, конечно, давно уже надо как бы это. Потому что
Но он вообще никакущий. Ну, смотрите, 3 тоже ему 30... Нет, я лучше подожду. Хотя она скоро может это в монастырь уйти, потому что слишком старая будет. Так, Александрию нам просят заблокировать. Без проблем. У нас тут поблизости есть наш флотик. Так, и мы тут еще один флот посылаем, чтобы взять подкрепление, потому что вот здесь товарищи до сих пор еще не вышли. Нам 5 ходов осталось. Интересно, вы успеете за 5 ходов? Да, капитан. А. Окей. Ладно. А, да так, как так? Выводим всех, наверное. Ой, там сразу же начинается негодование по поводу населения, да? Но мы тогда наймем здесь каких-нибудь... А, стоп, да. Забываю постоянно. Политика росту, пожалуйста, поставь. Росту. Росту. И найми каких-нибудь обычных там городскую стражу. Или вспомогательные войска. Тоже сойдет и будет нам счастье. Так, ты у нас кто? Герий Корв. 24 года. Угу. Погоди. Нет. Блять. Наш столетний мужик все-таки сдох, да? А почему мне не показали, что он сдох? Или тут где-то еще ша будет? Так, ну это минус там, понятное дело. Да. И новый наследник у нас из-за этого. Гай Брут. Нет, я лучше какого-нибудь нового наследника назначу. Ну да, все, сдох. Ну я не буду уже перезагружаться. Это бред, конечно, полный. Ну, до 100 лет он у нас дожил. Ай, кто у нас там сейчас лидер фракции-то? Опять он на этого назначил. Я не хочу ему тут. По этой линии... А, нет, вот, будущий лидер фракции. А это он... Ну да, все правильно. 34 года, 34. Окей, а где ты находишься у нас, братан? Ты где живешь? Каким понятием? Ага, ты живешь у нас в Карфагене, будущий, да? А наш правитель где живет? Я опять, видите, все забываю, потому что из одного прохождения в другую скачу и, естественно, все забываю. Да ладно, ты что, здесь, что ли? Да быть такого не может. Слушай, он реально здесь. Это наш лидер фракции, его надо защищать любой ценой. Не, ну все тогда. Естественно, подкрепление идет. Подкрепление, блин, мать его, идет. На всякий случай вот так вот сделаю, потому что чтобы они были в зоне влияния друг друга. Потому что они так объединиться никак не смогут. Да, Сива там это захвачено. Все строится у нас опять, как всегда, все нанимается. Какие у нас, кстати, финансы-то будут в следующем? 20 тысяч. 21 даже. Окей, так, мы этот город захватили. Там всех сожгли к херам собачьим. Храм Баал, естественно, надо разрушать. Что еще там? Оружейник. Да это все не имеет смысла. Казарма ополчения тоже. Мы строим тут свое. Еще не количество товаров. Здоровье, да, вот. И это здоровье, и все, чтобы там нормально было. И, ну и, естественно, стадионы, там прочие, вот эти все стены, там тоже. Чтобы мы могли защищаться здесь. И нанимаем, наверное, здесь... Мы даже баллисту здесь можем нанять. Классно. Что ж, тогда нанимаем... А кто из вас лучше? Я так и забыл уже тоже. А, ну да, вы лучше получаетесь, да? Значит, получается, мы вас нанимаем. 3. 2 лучника, баллисту, 2 штуки, кавалерии. Вот так вот мы все занимаем, да. Окей, так, дальше наши дипломаты идут дальше орудовать. Пока, наверное, сюда пойдешь. Сейчас. Ты пойдешь вот сюда, чтобы мы могли видеть, что здесь происходит. Ну, потому что этот город уже не надо отдавать. Смотрите, у нас уже такие большие земли появляются с каждым разом. Да, ну и тут, конечно, у нас приключения на нашу задницу. Надо будет оборонять, конечно. Так, ладно, пройдусь пока по поселениям. Что у нас там не строится, что строится. Так, здесь уже почти все достроилось. Ну что ж, продолжаем дальше клепать всякую херню. Что тут есть? Тратим все деньги. Да, тут вообще по барабану что строить вы будете. Главное, что строили, чтобы не беспокоили меня по всякой херне. Даже стены везде построю. Деньги позволяют. Переобучу даже всех, если надо будет. Все по стандарту. Нет, вот это не надо нам, пожалуйста. И политику роста. Везде политику роста.
Росту, я сказал, росту. Хик-ти-тек. Ой, да, здесь у нас уже проблемки, потому что, ну, естественно, они нас в осаде держат. Это не очень хорошо. Надо уже из осады выбираться потихоньку. Ух ты, ни хрена тут. Давай, все строй. Деньги есть вообще, без проблем. Так, окей. Товарищ, ты давай там это. Не дерзи. Империи. Брудской. Потому что мы великий народ. Мы не потерпим унижений. Блин, у меня столько много городов, что я уже устал уже их нажимать, чтобы чинить их. Ну, не чинить, а строить всякую херню там. Из Родос, конечно, надо уже выводить свои войска. Ага, да-да-да, тоже все строй. Ну все, да? Города наконец-то закончились. Слава яйцам. Закончились. Все, сохраняемся, попускаем еще один ход. Блин, мятежники. Откуда вы взялись, блядь? Питарасы. Ну, наймем здесь тоже какую-нибудь херню. Чтоб они нас, если что, обороняли. От вторжения. Да, эти, на эти мятежников даже внимания толком не обращай, нафиг они мне нужны. Так, ладно, подкрепление у нас идет, надеюсь, они сейчас не будут штурмовать, очень на это надеюсь. Я, конечно, могу дипломата послать, чтобы выкупить их, но это неинтересно будет. Смотрите, а мы, кстати, все деньги в ноль почти потратили, а? Нормально, да, так? 8 тысяч осталось. Так, на нас напали. А, напали не случайно не с этого подкрепления, которое мы ведем, не, совершенно в другом месте, но тут без разницы, тут они все равно проигрывают. А что тут он делает, я понять не могу. Действительно, а что там этот мой кораблик-то делает? Предатели! Пидорасы! Какие вы пидорасы-то, а? Ой, какие вы пидоры, предатели. Ну ладно, ладно, ладно. Я запомню это, блядь. Я это, мать твою, запомню, сука. Предатели, блядь. Охреневшие, сука. Вы охренели, что ли, совсем? Вот что я могу сделать. Скорпионы могу уже нанимать. Могу уже всякую анаргии нанимать. Капец, предатели. Вы только посмотрите на них, а? Предатели. Капец. Что делается? Какой кошмар, какой позор. Ну ничего страшного. Дипломат наймем, выкупим армию. Деньги у нас уже к этому времени будут. Так, Карфаген там все-таки все продолжает все уничтожать. Мне совершенно не нравится то, что они там делают постоянно. Да, не ожидал я такого предательства со стороны. Не ожидал. Это было подло. Да, предательство. Да. Неожиданно. Неожиданно. Но ничего. Че, я буду переживать, что ли, по этому поводу? Ваша честь. Прекращение огня. Поговорить. Нет. Стать протекторатом. Сделать одиночную выплату. Тут даже такая штука есть, что ты можешь даже за деньги купить протекторат. Я уже даже не буду ничему. Буду тратить деньги, как хочу, уже задолбало. Ну да, просто так, нет, слишком мало денег. Ну ничего страшного. Ну, потеряем мы этот город, вот отсюда у нас пойдет подкрепление. У нас... Так, у нас тут сама вот эта армия подкрепления уже должна до сюда дойти поскорее. Да, капитан. Не, ну предатели. Предатели. Что сказать. Так, а вы что тут делаете, понять не могу. Идите, переобучайтесь. Сейчас зачем-то куда-то пошли, там тоже плывут, там что-то делают. Сколько там еще ходов осталось? А, не пишет. А если напишешь, то все... Кстати, а куда... What? И куда армия делась? Вражеская. Чё это за херня?
Ну ладно. Чё я буду... Чё я буду противиться, что ли, этому? Отлично все. Убиваем. Уничтожаем. Рим победил. Чё ж не сказал, что Рим-то победил? Ты же любишь это говорить. Тогда нахрен я подкрепление свое веду. Да пусть будет, я все равно должен их туда отправить потихонечку. Так, окей, что у нас тут есть из вражеского? Без промедления. А, египетский великий город. Подкуп. Ага, ну я понял, ладно. А ты дальше иди вот. Вот что у нас здесь происходит, допустим. Есть кто-нибудь? Есть. 10%. Да ладно, ни хрена ты. Смотрите, он ему удалось. С 10% ему удалось. Талант к убийству, бесполезный убийца. Но ему это удалось. Но он даже не прокачался. Ладно. Нас мы можем тут убийцу нанять? Да, тайный агент. То бишь убийцу мы можем нанять. Ну что ж, у нас новый враг. Новый враг. Замечательно просто. Так, наемников мы распускаем. Деньги жрут, бесполезные. Даже есть смысл отправить подкрепление в эту сторону. Но я именно отсюда, наверное, отправлю. Да, и буду готовить, кстати, чтобы нападать на их. Так, ладно. Что мы будем делать? Я, наверное, отсюда буду выводить... Или не отсюда? Мне надо, короче... Блин, я не знаю, что делать. Отсюда вывести не могу. Отсюда тоже. Нет, у нас здесь есть полководец. Отсюда я, в принципе, есть шанс вывести армию. А что будет, если вы будете бунтовать? Будете, конечно же. Как же без этого? Я просто думал, сейчас может с Родоса отправить, да, с Родоса нашу эту армию. Но что-то как-то это... Я даже тут не могу никого нанять. Классно. А тут у нас восстание будет, если так и дальше продолжится. Печально. Но вы тогда идите назад. Не помогает. Почему я не могу никого нанять? Недостаточно людей для найма. 142 у нас тут только. А, нет, погоди, население. 544 здесь только у нас. Что делать? Нанять кому-то я могу здесь, да? Ну вот их и наймем всех. И отправим воевать. Пофигу. Потому что, ну, это не надо прощать, надо их уничтожать. Естественно. С Египтом мы уже, можно сказать, так неплохо разобрались. И дальше будем продолжать, естественно, разбираться. Что ж, сохраняемся. Да, много всяких событий, конечно же. Неприятных. Угу. Ясно. Ясно. Непте. Ну да, понятно, что там мятеж. Тогда мне придется... Александр, да погодите вы... Да что такое, где? Да чё вообще происходит в моей империи? Почему они все начинают бастовать, когда у меня все в порядке? Я понять не могу. Что они починили? Публичные бани. Какого хера вы публичные бани уничтожаете, говнюки, а? Совсем, что ли, охренели? Я вам тут даже политику роста ставил, чтобы вы не бунтовали. Непте. Цирь, да. Блокада. 5000 нам дали, сенат. Ну да, естественно, наши же 5000. Да, сива в осаде. Какая у вас армия там? Да господи. Что, меня пугаете-то такими армиями-то? Я прям сейчас обосрусь от страха. Так, дипломат надо все-таки поближе держать здесь, чтобы мы могли подкупать армии. Да и, в принципе, агентов тоже не помешает. Но я лучше тут что-нибудь такое потворю. Саботаж там какой-нибудь устрою. Вообще наугад. Провалилось. Ну, понятно. Ясное дело. Доход у нас, кстати, пострадал. Фермон расширяется. Ну, мы позже будем его расширять, без разницы вообще. Мне совершенно не жалко терять даже территории в Африке, потому что... Ну, как-то... Не те территории, которые надо беспокоиться. Да, и там сразу же все наши союзники объявили им войну. Эту армию мы все-таки, да, будем подводить здесь, и будем идти захватывать дальше египетские провинции, да. Египетские территории. Вот так вот. Да, он у нас пойдет дальше.
Сначала до сюда дойдет. Долго, конечно, будет идти. Надо было по морю тебя отправлять. Да, господи. Еще я переживаю. Кстати, эта армия перестала нас осаждать. И куда-то двинулась. Может, не к нам или сюда? Надо их перехватывать, короче. Я так думаю. Да, идем нападать дальше. Тут у нас восстание, конечно же. Хреново. А чего вы недовольны-то? Чем вы недовольны-то? Понятно. Блин. Блин, не надо их было отводить, конечно. Ай, да похеру вообще на этот город. Господи, вернемся, когда там надо будет. Еще я переживаю по этому поводу. С этой армией надо заканчивать уже. Кончать их. Поэтому мы сначала дипломат, наверное, попробуем к нему подвести. Так, тут мы продолжим дальше, естественно, переобучать и нанимать. На всякий пожарный. Так, тут у нас, конечно же, пока печальное это зрелище, но если они будут штурмовать, мы будем оборонять, естественно. Или дипломат наш подойдет и купит. Подкупит население. Сохраняемся, пропускаем еще один ход, что. Совсем даже не переживаю то, что мне тут творится. Ну да, 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 вы там и будете продолжать дальше эту всю херню заниматься, да? Нанять я никого здесь не могу. Да без разницы, просто идем и дальше атакуем. Надо столицу их брать за такую наглость. А вот куда пропал этот товарищ, я вот понять не могу. Ага, все, спасибо тебе, что показал, где она находится, где эта армия. Подкуп. Угу. Не хочет. Не хочет. Ну тогда отведай моего меча. Меча, меча, меча. Тут у нас, конечно же, не такая сильная армия. И они, кстати, идут, по-моему, в Непты захватывать. Ага. Сильная, не сильная армия у нас. И нас тут еще нанимается. Раз, два. Надо, конечно, ждать, чтобы полностью у нас более-менее укомплектованная армия была. Тем более без этих товарищей когорты будет сложновато. Но я, наверное, подожду. Даже пусть они захватывают Непт, там все равно мне от него толку никакого вообще нету. Так, доход у нас опять появляется. Мор в Александрии. Угу. Сенат распределил должности. Тут не мы. Тут мы вообще занимаемся самой чуть ли не низшей позиции. Я не знаю, чем это связано. Кстати, а как у нас с Сенатом-то отношения? Лучше всех. И у народа, и у Сената. Еще один сдох. Где? Что ж вы себе подыхаете? Все-таки старики уже у меня. Сколько уже живут-то? Так. Ладно. Ага, я понял. Путь перегражден. Да? Не ссать. Все нормально. Так, окей. Тут у нас, кстати, армия. Я все пока еще не забыл, что у нас здесь товарищ тоже хочет у нас осадить. Но мы его подкупим. Попытаемся. Да, 15 тысяч, тратим деньги, подкупаем, армия исчезает. Он испарился, как этот, Джокер этот. И он испарился. Как-то так. Как вы приказали. Его нужно устранить. Понятно. Дно и есть дно. Что ж тобой поделать? Тут мы будем пока держать свою оборону, да, свою позицию. Так, ты у нас пойдешь сюда. Так, ты распределяем мы все свои силы. Это будешь подкрепление там находиться. Тут мы, конечно, пока в не очень веселом положении, но мы просто были не готовы к этой войне, поэтому и в таком положении сейчас и оказались, да. Кстати, Карфаген больше не бунтует, я смотрю. Так, тут у нас все в порядке. Да, тут у нас все нормально. Нет, не нормально. До свидания. Пошел нахер. Тоже мне наглость тут имеет. А, и ты тоже иди нахер. Туда же. В добавочку, так называемую. Да, и, кстати, сколько у нас финансы, финансы, финансы. Что-то как-то финансы у нас пострадали, нет, немножечко, но не переживаю даже. Суки, собаки, а? Как вы вообще посмели? Непты все продолжает бунтовать. Нас, кстати, выгнали. И теперь просят, чтобы мы захватили этот город.
Ну, я его захватывать пока не буду, он мне нахер не нужен, а этих товарищей мы, наверное, распустим, что ли, или пытаемся... Не, распустим. Хотя, нафига распускать, когда ты можешь просто умереть. Я не хочу его распускать, он... пусть они там... как можно больше повреждений этим говнюкам нанесут. Так, окей, а куда этот товарищ-то делся? Вот, он, кстати, за нами гонится. Замечательный молодой человек. Очень смелый. Не, ну он такой товарищ, он не хочет себя подкупать. Надо давать нам им бой, получается, иначе они нас так и будут преследовать. Вообще какой-то доход у нас печальный. Чё-то всякую херню у меня тут. Популярность в народе упала. Да вообще посрать. Ай. Кстати, давно я... Ни хрена у нас сколько там родилось. Стоп, стоп, стоп. 24, 24. Ага, ну это еще нормальный возраст, чтобы делать детей. 44, 44. 24, 24, 44, 44. Забавно. 34, 42. Хрена ты, 42. Родила. А, я статистики давно не смотрел, вот что я хочу сказать. 5 лучших держав, общий баланс мы. Военные силы нас сейчас догнали. По производству мы. По территории потеряли. По финансам, да. Потеряли, конечно же, населением. Угу. Общий баланс. Ну, понятно, то есть мы все равно в лидирующих позициях. Так что ничего такого. Так, мы нанимаем там армию. И пора уже, кстати, ее выдвигать, конечно же, да? Да, я думаю, что даже с такими силами надо уже выдвигать. Вот пойдешь следовать за ним. А там уже эту когорту. Мы наемников можем каких-нибудь, в принципе, нанять. Ну, что там наемники? То есть одно название от наемников. А ты идешь дальше захватывать. Надо напряжение сыграть и захватить этот город быстрее, чем они до нас дойдут. Вот так вот у нас. Гонка такая. Крысиные бега. Ну ты идешь сюда, естественно. Так, что там, переградили нам путь? Воу. Воу. Воу, воу, полегче, полегче. Это было очень неожиданно, конечно. Блин, так неохота сейчас с ними сражаться, вы даже не представляете. У нас тут куча дел, которые требуют быстрого вмешательства, но вот из-за этого... Так, сколько времени, в принципе, серию-то не надо заканчивать еще? Блин. В принципе, уже надо. Ну, наверное, сразимся и закончим серию. Да, они тут все прокачаны, я даже не знаю, справимся мы или нет. У нас нет толком даже застрельщиков никаких. У них даже перевес в коннице. И баланс 2 к 3. Да, сразимся, господи, ладно. И закончим эту серию. Потому что мне сейчас надо по делам идти по-быстрому. Поэтому, может быть, серия короткая будет. Мужчины! Битва неминуема! И победа висит на волоске! Исполните свой долг истинных римлян и схватите ее! Фараон прислал к нам своих слуг. Не бойтесь их! Мы с ними покончим! Точности так же, как с любыми другими. Ага. Они будут сражаться одни. Никто из них не решился прийти сюда и умереть за них. Разве это не говорит многое об их благородстве, отношении с другими народами? Ай, доживи у меня. Идут напыщенные глупцы. Да, да, да ладно, хватит болтать, у меня времени нету. Уж простите, ребят, совсем времени нету. Надо спешить. Надо спешить. Так что я говорю, серия может быть даже короткая быть. Окей, что у нас? Что у нас вообще есть? Ага. Ну, в принципе, я понял как. Блин, а нафиг я записываюсь сейчас? Я обычно расставляю войска и не показываю, ну, чтобы вам время не тратить. Ай, ну ладно. Изменю традиции на секундочку. Включить режим обороны, да. По флангам мы поставим вот этих товарищей, чтобы они от конницы нас обороняли. Да. Па-па-па-пам, и вас тоже. Погоди. А, ну да, все правильно. Потому что мы... А чё вас так-то мало-то? Где вы?
А, 44, ни хрена вас там мало, реально. Ну да ладно, в принципе, без разницы. Окей, мы так расставим, да? А, вы, товарищи, здесь. Застрельщики наши. А это кто такие? Вы кто? Вы застрельщики или нет? Вроде нет. Ну ладно, встаньте где-нибудь здесь. Так. Вы, товарищи, тоже где-то здесь встанете. Да? Наши эти, как его, гладиаторы. Охранить. Гладиаторская армия в римской армии. Это такое только происходило в позднем Риме, когда у них полная жопа была, когда они уже нанимали всех, кого угодно, лишь бы их не уничтожили. Велиты. Так, наверное, будут у нас стоять. Вы тогда немножечко двиньтесь в эту сторону, потому что здесь мало народа, надо сдерживать. Да? Кто у нас там еще остался? Кавалерия и... Это кто? Ага. Городская стража. Ну, городская стража как мясо пойдет сюда. Ну и конница наш. Пока разместим ее вот так тут. Потом будем думать. Начинаем битву. Ёб твою мать. Нихуя себе вы такие дерзкие, резкие. Мне страшно. Ёб твою мать! Вы что, смеетесь, что ли? Охуеть просто. И музыки, кстати, нету. Странно. А, вот, пошла. Ну, давайте, давайте. Искусственный интеллект Первого Рима. Давай, прям на копейщиков. Вообще пиздец. Красавцы. Ужасом сердце вражеского полководца. Ага, он уже сдается. Бежит с поля, как последний трус. What? Он только начался битва, а он уже бежит с поля боя, как последний трус. Дебилы. Пиздец, дебилы, я херею просто. Так, вот это мне не нравится, то, что у нас тут в тылу что-то происходит такое. Это все, что ли? Это вся армия египетская. А я тут так готовился к ней долго. Да ну вас нахуй, блять. Дегенераты. Да пиздец вообще. Я так ее боялся. Блять, дегенераты последние. Я херею. Я даже толком даже армию свою не двигаю. Мы сами и так справляемся. Ага, ну вот здесь, конечно, тут неприятности у нас небольшие. Небольшие неприятности. Но они уже бегут. Вражеский полководец убегает. Ага, еще раз. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. Ну да. А во время битвы и вовсе невероятно. Да. Так, вы меня бесите. Так, вы меня все бесите. Надо вас уничтожать уже потихонечку. Давай, городская стража, вперед. Смещаемся все. Вот так вот тут. Да, простите, что я немногословен сейчас, но я не хочу уж проиграть, если уж так у нас неплохо тут все получается, так что почему бы это? Давай, сзади их обходи, а то нас по флангу тут жмут. Не очень хорошо, а то наши сейчас тут еще побежать могут. Вот сразу же начинают сдаваться. Так, окей, что у нас там? Тут у нас пошли в атаку. Генералы и товарищи. Да они вообще даже какие-то, ну, даже толком ничего не делают нам. Охренеть. Это все, что ли? Это вся армия вражеская. Вы что, смеетесь, что ли, реально? Египетская сила. Это даже не смешно нихуя.
Ну, эти, конечно, могут сдаться, их тут во фланг сейчас войдут. Да, отступаем. Так, вы обходите их, пожалуйста, как-нибудь, чтобы так, чтобы можно было им наконец-то ударить в спину нормально. Потому что только так с этими фалангами можно бороться по-нормальному. Добро пожаловать в ад. Сколько мы потеряли процентов-то? Нормально. Восстановимся. Так, что там у нас? Ёб твою мать, что-то вообще какая-то хуйня происходит здесь. Ваш доблестный полководец погиб. Его войска лишили с мужества. Не, ну это издевательство, ребят, реально. Я под конец боя уже в четвертый раз теряю полководца. То есть, во втором Риме, вы помните, да, сколько я их... Я вообще ничего... Чё? Вот это конец боя, опять. Это Geek Style. Ребят, записывайте, это новый этот... Не Диадан Style, это Geek Style. Терять полководца под конец сражения. Под конец, сука, сражения. Вы чё, смеетесь, что ли, сука? Ну пиздец, ну все, выиграли уже, блядь. Пиздец. Ну это пиздец вообще, ну как это вообще можно по-другому назвать? Это полный пиздец, блядь. Я херею просто, ребята. Это что такое вообще? Как это вообще назвать можно? Что это вообще за хуйня, блядь? Ой. Я, конечно, понимаю направлять кавалерию на колесницу, но они вроде как неплохо и так справляются. Пиздец. Ну это пиздец, ребята. Ну я не знаю, но это просто полный пиздец. Под конец сражения простирать генерала. У меня генералы никогда толком так часто не умирают. У меня они никогда... За все вообще мое прохождение всех Total War'ов, блин. Никогда они меня так часто не умирали. Я не знаю, что за проклятие. Ну это что это, блядь, такое вообще? Показали, чего они стоят на сап... Им будет потрясен. Рим будет потрясен, что у меня новый Geek Style появится. Терять генерала в конце сражения. В конце уже сражения. Блять, я вообще отказываюсь вообще. Все просто. Я не знаю, блять. Все. Короче. Макс Корж, блин, сдох. Но у нас есть, конечно, тут генерал, но, ребят, ну это сами посудите, ну это полный бред, это вообще полная херня. Это полная хуетень просто. Это просто забей. Подожди, это не наш наследник случайно сдох, а? Не, я не знаю, все, ребят, это, считайте, это новые... Виток развития Geek Style, блядь. Просто реально Geek Style, блядь. Терять ебучего полководца, блядь, в конце битвы. Это уже четвертый или пятый раз. За Ливию у меня сколько там? Три или четыре раза уже такое было, да? Можете посмотреть, кто не видел. Здесь уже было. Это уже второй раз, да, здесь получается. Первый раз это когда наш египетский там сдох. В конце битвы. Опять же. Мне пора идти, а то мне тут уже говорят, что совсем наглый, никуда не иду сейчас. Надо уже помочь кое-куда сходить. Ладно, все. Спасибо за просмотр, дружи. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, это вам серия понравилась. Пишите в комментариях, как вы охреневаете от этого тоже Geek Style. Потому что я очень редко терял полководцев. Очень редко. Уж в Первом Риме так вообще...
Числяется там, наверное, на пальцах посчитать можно за всю вот эту мою долголетнюю игру в эту... Долголетнюю игру в эту игру. Масло масляное. А то, что сейчас здесь происходит в последнее время, я не знаю, вообще какая-то херня. Все, ладно. Спасибо, ребят. Да. Я пошел. Всем пока. Увидимся.